Вот так лето. Такого не было 64 года. Вчера в нескольких городах были побиты температурные рекорды. В Могилеве потеплело до 32, плюс 29,9 было на Нарочи. В Мстиславле столбик термометра поднялся до 28,7 выше 0. Сейчас в топе запросов поисковика «Как спастись от изнуряющей жары?». А правила просты, как 2×2. Если есть возможность, следует остаться дома. Если вылазка неминуема, лучше прихватить с собой воды. В бутылку можно добавить лимона. Европу тем временем заливает. Сильные ливни вызвали наводнения. Дожди и смерч обрушились на север Чехии. Затоплено несколько населенных пунктов. Погиб один человек. Есть пропавшие без вести. Около полусотни человек удалось спасти. По Польше и Венгрии прогулялся смерч. Вихрь срывал крыши с домов и разрушал хозпостройки. Выкорчевывал деревья. Без света на несколько часов осталось около 3000 домов. Завтра в Бобруйске небо, как и сегодня, затянут облака. Влажность будет невысокая, около 50%. Оранжевый уровень опасности из-за жары сохранится. Днем воздух прогреется до плюс 32. Ночью столбик термометра опустится до 19-21 выше 0. Кристина Риянс, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.